Я застала время, когда китайские войска вошли в Тибет, и Далай-лама XIV выводил своих жителей из разрушаемого Тибета к индийской границе. Индия в это время на восточной границе открыла эту границу и пропустила каждого, кто подошел к границе и вошел в Индию. Это были не только особые люди, это были не только ученые, а это были простые люди, которые уходили от смерти. Я видела, когда они проходили эту границу, и на этой, и каждый из них нес самое дорогое для них. А самое дорогое для них были книги. Здесь много интересного было, трагического. И я хочу сказать, вот этот трагический момент до сих пор остается на уровне самой страны. Я видела первый раз нашего Далай-ламу. Это было пограничное село, называлось Лахул. И когда я вошла в это село, я как раз участвовала в съемке, которая была в съемке фильма, я посмотрела наверх и увидела скалу, а на вершине скалы был дым. Я спросила, а что там происходит? А мне сказали, вы знаете, это наш Далай-лама молится за нас, потому что Лахул был заполнен беженцами из Тибета. Потом Далай-лама спустился вниз. Это был высокий человек с прекрасным лицом, узкими такими узким носом, красивыми глазами. Вот, и он прошел через весь этот поселок, он здоровался с людьми, разговаривал и чувствовал себя среди них своим человеком. Вот такой вид крупного или даже великого человека, конечно, многое дает для других окружающих его.